Выборы депутатов Мажилиса парламента пройдут 10 января 2021 года. Сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ и установил дату проведения политического состязания. Депутаты и активисты общества отметили, что выборы придадут новый импульс развитию страны, укреплению демократии. Алдағы сайлау конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарында өтеді. Барлық саяси партиялардың бұл сайлау науқанына қатысуға дайындалуына, сайлау алдындағы платформасын әзірлеуіне, партиялық инфрақұрылымдарды жетілдіруіне уақыт жеткілікті болды. Жаңа сайлау науқанына дейін саяси жаңғыру, көп партиялықты дамыту және еліміздің қоғамдық саяси өміріне азаматтардың қатысу аясын кеңейту жөнінде шаралар қабылданды. До начала политического состязания в стране произошли значительные изменения. Важным является внесение поправок в конституционный закон о парламенте и статусе его депутатов. Это позволит создать институт парламентской оппозиции. Теперь представители оппозиции смогут не только быть депутатами, но и возглавлять комитет. Новые инициативы дают партиям дополнительные возможности для укрепления политической позиции, сказал глава государства. Енді парламент мәжілісі тұрақты комитеттерінің бір төрағасы мен екі хатшысы парламенттік оппозиция депутаттары арасынан сайланады. Сонымен қатар, парламенттік оппозиция бір сессия кезінде кемінде бір рет парламенттік тыңдау өткізу және бастама көтеру құқығын иеленеді. Сондай-ақ, бір сессия кезінде кемінде екі рет үкімет сағатының күн тәртібін айқындайтын болады. Народные избранники начали готовиться к политической гонке. Председатель Мажилиса отметил, что выборы – это важный политический шаг, который ведет страну к демократии. Основная задача, которая сегодня стоит и перед правительством, и перед депутатским корпусом, это сформировать республиканский бюджет так, чтобы он обеспечивал своевременное и качественное выполнение всех поручений руководства страны. И в первую очередь, конечно, это касается социально важных направлений – здравоохранения, образования, поддержки малого и среднего бизнеса и в целом поддержки казахстанцев в период пандемии. И надо сказать, что депутаты Мажилиса значительно доработали бюджет на предстоящие 3 года именно с учетом этих задач, с учетом и тех непростых условий, в которых находится сейчас наша страна. Отметим, 10 января выборы пройдут не только в Мажилисе, но и в местных маслихатах.